Случай, о котором пойдет речь в этом рассказе, произошел в те стародавние времена, когда база дважды краснознаменного Балтийского флота находилась еще в Кронштадте. На завод КМОЛС приходили лодки Северного флота на ремонт. Устрогатка всегда была забита кораблями. В общем, это уже история. Вот такой случай курьезный произошел. Сдавали с одной из подводных лодок на перезарядку изолирующие противогазы. Это не обычные противогазы, а скорее автономные дыхательные аппараты. Пожарные таких тоже знают. Активным веществом в них служит некая адская смесь, которая при дыхании в замкнутом цикле поглощает углекислый газ, а в присутствии водяных паров выделяет кислород. На местном сленге эта смесь именуется вещество О. Периодически коробки или оксилитовые пеналы этих противогазов надлежит заменять. Так вот, с одной из дизелюх, как видится, в последний момент послали пяток моряков, обвешанных противогазными сумками, в морской военный порт. Срочно подготовить дыхательные аппараты. Прибыли матросики в портовый склад, а мичман, его хозяин, гонит воинов назад. Приму ваши коробки только очищенными от оксилитов. Что делать? Не тащить же назад эту тягу через город. Высыпать гранулы в обводный канал нельзя, экология пострадает. И вот один из морячков замечает в конце портовой аллейки туалет, типа сортир. Так и есть. Очагового вида. Не чистился со времен кронштадтского мятежа. Содержание выгребной ямы зловеще шипело, когда воины старательно высыпали туда оксилитовый гранулят. Запах в сортире исчез моментально. Что ж, сдали морячки злополучные противогазы, получили новые и ушли к своей лодке. А особо принципиальный мичман, попыхивая окурком, направился к известному сортиру малость отлить. Что такое объемный взрыв, ныне знают даже дети. А мичмана флота российского и подавно. Особенно после того, как у одного из них повиснет на шее дымящаяся и стоптанная доска с дырой самой важной детали сортира. Сооружение выгорело за считанные минуты. Рев горющего в кислороде дерьма раздавался в яме более часа, приводя в мистический ужас всех обитателей военного порта. Через месяц над пустой и сухой ямой был воздвигнут новый сортир. Жизнь продолжается.